Привет, господа и дамы. Что ж, продолжаем прохождение Мэдисон. Надеюсь, успели соскучиться, надеюсь, успели посмотреть предыдущие серии. Если что, в закрепленном комментарии оставлю плейлист. Собственно, с этими сериями. Вышли мы, наконец-то, от этой конченной бабки, из этого конченного лабиринта. Будем сейчас идти дальше, хрен его знает, куча крестов. Игра дичайше мне заходит, надеюсь, вам тоже, но, судя по комментариям, вполне себе. Действительно, не так много игр было за последнее время, которые меня умудрялись напугать, а эта хрень меня пугает. Ну и, конечно, я прочитал ваши комментарии. Просите серии подлиннее? Ну давайте замахнемся на полтора часа. Почему бы и нет, водичку я поставил. В толчок я сходил, на всякий случай, потому что хрен его знает, что здесь будет дальше. Пока что все очень круто, но здесь что-то очень-очень-очень темно. Пахнет скримером, вот прям пахнет скримером. Кресты. Пахнет скримером. Я еще и ночью это все дело прохожу, я обожаю. По-моему, вот это вот не очень хорошо. Так, кресты. Это что, кладбище? Вот, я еще и прохожу это все дело ночью, для максимального погружения. Всегда играю в ужастик именно ночью, сука. Никого, листик, ты меня не пугаешь. Никого нет. Ладно. Ну, блин, хоть бы какие-то конфеты на моих... Да че она постоянно гаснет? Ну, вот, еще один листик. Оно прям накаляет, но вы помните, что эта игра умудряется пугать не в те моменты, когда ты ждешь скримера. Поэтому я думаю, это будет здорово, это будет... Реально интересно. Наверное, самое лучшее мое прохождение ужастика было, короче, по-моему, Outlast я проходил. Я играл у человека на даче. Вот. Мы вынесли плазму в огород. То есть полностью выключаешь везде свет, горит только плазма, кладбище. Как я здесь оказался? Вот. И у тебя, что самое главное, во-первых, нет ощущения стены сзади. Это дико накаляет. Вот. Во-вторых, в принципе, ночью прохладно, то есть организм сильнее все воспринимает. И вот это, наверное, было самое мое крутое прохождение ужастика. Короче, я там прям действительно кайфовал. К сожалению, у меня сейчас нет такого. Так, оно постоянно гаснет. Патриция Яндел Диммер. Дейт Нидия. Хакин! О, это ж который этот, Забитис в Реал играет. Светлая память. А мне кажется, что его сейчас можно как раз было взять за номинальные контракты. Вроде бы можно. Но Хакин у нас оказался здесь. Так, блин, никого нет, но оно гаснет. Джи Бладзе. Хрен его знает, возможно, какой-нибудь кавказец тут. Сара Костелла. Харви Крюс. 80-й, 41-й. 61 год был. Эх, бедный человек. Хорошим, наверное, был. Ладно, идем вперед. Вряд ли что-то здесь интересное. Опачки. Алексис Ди Стефано. Ненавижу кладбище. Ди Стефано. Еще одна, блин, фамилия из этого. Из футбола. Те, кто болеет за мадридский Реал, уж точно Ди Стефано знают. Вроде же Реал. Я сейчас так обострюсь, если Ди Стефано за Реал не играл. Так. Да я понял, что она постоянно гаснет. Но если нет скримеров и нет чего-то пугающего, то ну зачем это было делать? Николас. Ладно, идем. Дэн Грег. Какое-то кладбище, немножко, по-моему, неровное. Ну, как-то хрен его знает. Ой, тут вообще что-то такое. Без имен, зато с черепушками. Наверное, пиратов похоронили. Скорее всего, вот я прям уверен. Тут еще одни пираты. Гляньте, тут пиратов нахоронили. The Blue One. Странное имя, фамилия. Хезер Смит. Интересно, я хоть правильно иду? Снова пираты. 1897. Забор. Мне просто надо понимать, куда мне нужно прийти. Или что-то мне нужно увидеть, чью-то могилу. Это типа свежий крест. Тут же как обычно, подсказок хрен найдешь. Типа как хочешь, так и разбирайся. Снова пираты. Так, мне показалось, что там кто-то был. Но показалось пока что. Пока что кладбище меня решило не пугать. Снова пираты. Одни пираты. Криста. Ну и чё? Криста и Криста. Так, наверное, надо понад этим, понад заборчиком рулить. Вот. И, возможно, заборчик нас к чему-нибудь приведет. Но пока что-то я не врубаюсь, куда мне надо идти. Так, там впереди тоже вроде забор. Да, вот он, забор. Питер. Роствик. И отсюда я пришел?
Ну, походу, да, походу, вот отсюда я пришел. То есть я прошел по кругу. Ладно, идем абсолютно прямо, ну, а что еще остается? Явно же я должен найти какой-нибудь склеп или не склеп. Так, Ди Стефано, хорошо, от тебя идем дальше прямо. Тут должно что-то быть. Должно что-то... А, вот, наверное, по этому, по тропинке надо вообще идти. Дэн Грег. Я уже так, смело клацаю зажигалку, такой, типа, да ни хрена не будет, ни хрена не выпрыгнет. А сейчас же, сука, как выпрыгнет. Сейчас, сука, как выпрыгнет кто-нибудь. Причем непонятно кто. Если бабка осталась там в тоннелях, то тут может быть вообще кто угодно. Райан Крафт. А что нельзя вот эти свечечки поджечь? Светлее было бы. Нельзя ж? А, приседать у меня герой не умеет, вряд ли можно. Такс. Да, значит, идем по балкам. Похоже, это место заброшено. Ну, как тебе сказать, куча свечей, все остальное, скорее похоже, что сюда все-таки кто-то приходит. Если бы место было заброшено, наверное, это все выглядело, ну, гораздо хреновее, там, после дождей и всякого такого говна. Но, надеюсь, что здесь все-таки кто-то будет, потому что вам прям заходит, когда я вижу. Такс, это у нас что? Ага, можно слезть. Что-то там кафедральное. СТ Юпитерс. Ага, Святой Юпитерс кафедрал. Ну, полезли. А что еще остается? Только темнота что-то полнейшая. Что я делаю, господи? Да, вот у меня тоже немножко вопросы, что я делаю и нахера я туда лезу? Ух, ни хрена себе. Зачем здесь столько лестниц? Почему нельзя на одну стену было лестницы? Они уходят глубоко вниз. Да, там еще и какая-нибудь ебака снизу может быть. Может, что-нибудь, конечно. Ух, сука! Да, ладно, это не скример. Это не скример, это я просто упал. Ну, зажигалка, где там моя? Ну, зажгите свет хоть чуть-чуть. О, здесь хоть чуть-чуть освещено. Окей, окей. Господи, как я здесь оказался? Да упал я. Ну, что еще можно поделать? Хотя это на какую-то церковь похоже. Причем разрисованную. И зажигалку у меня что-то забрали. Такс, что у нас здесь? Читать. Собор Святого Юпитера закроет свои двери. Церковь ужаса. Собор Святого Юпитера наконец-то захлопнет свои двери. После многих лет небрежного отношения и отсутствия ответственности за работу учреждения, правительство решило, что настало время положить этому конец. В соответствии с отчетами жителей региона, собор Святого Юпитера полностью запущен. И анонс правительства – это ничего более, чем политический ход перед выборами, которые пройдут в следующем месяце. Важно помнить его длительный список происшествий, среди которых 47-49, смерть 13 работников во время постройки собора. Хера себе, у них, блин, травмы на производстве. 51-й, исповедь Нэнси Горинг в 51-м, который сдал полиции сам священник Луис III. Я не знаю, кто такая Нэнси Горинг. 87-й. Массово отвергнутые поминки серийного убийцы Мэдисон Хейл. Вот это уже к нам относится. 87-м. 92-й. Стрельба, в которой трагично погибли 10 детей и 5 взрослых. 95-й. Суицид отца Джорджа. 15-й. Собор Святого Юпитера наконец-то закрывается. Ну, веселое местечко. Такое себе, такое себе. Зажигалку, да, у меня забрали. Наверное, уже больше темных помещений не будет. Давайте глянем, что тут вообще есть. Что тут вообще есть? Ну, все засрано, все разрисовано. Хорошо, что игра не передает запах, потому что в таком месте еще и должно быть насано и говном вонять. Так, посетите наши библейские лабиринты искусства. Наши лабиринты обновляются каждый год, собор Святого Юпитера. Я, конечно, может быть, немножко ошибаюсь, но, по-моему, слово «собор» пишется через «о». Собор. Но кого это трогает? А вот лабиринты ужаса я что-то не хочу. Зажигалку у меня забрали. Снова блуждать по лабиринтам. Ну, просто если меня сейчас опять запихнет в лабиринт, я хотя бы это буду записывать. Так, 2022. И чё? Посетите наши библейские лабиринты искусства. Наши лабиринты обновляются каждый год. Собор Святого Юпитера. Blue Maze. А там что-то другое было на той фигне написано? С другой стороны. Просто, возможно, это важно. Ну, тут, типа, любая фигня, так это про то, что здесь произошло, вот эта вот хрень. Green Maze. Что такое Maze? Green Maze, Blue Maze. Зеленая, там синяя. Ну ладно.
Фонарика нет, блин, без фонарика. Вот реально, фонарик бы хотя бы дали, было бы уже поинтереснее. Так, ну, наверное, мне сюда. Или куда еще? Просто больше некуда. Опа. А, дверка где-то открылась. Ладно. Крадемся тихенько, как мышеньки. 1987. Ага, фотки валяются. Фотографировать можно. Ну, давайте сфоткаем. Пятьдесят первый. 87-й. 2002-й. Так, я не знаю, что произошло в 51-м, я не помню, если честно. В 87-м они отказали в поминках вот этой вот бабе, которая ёбнулась и всех порубала. 2002-й. Здесь ни на что взаимодействовать нельзя. Ладно, давай попробуем 51-й. И шо? Опять комната изменилась. Я что, типа во времени перемещаюсь или как? Или... Походу да, ну, скорее всего. Так, есть свечка. Фиолетовая. Мейс... Стоп, Мейс это свечка, да? Yellow Maze. Желтая. Visit our... Так, посетите библейские лабиринты искусства. Наши лабиринты обновляются каждый год. Собор Святого Юпитера. Желтая. То есть я, походу, перемещаюсь во времени между тремя годами. Ну, давайте посмотрим, что у нас в 51-м. В 51-м собор как бы должен работать. Тут свет должен быть хотя бы. Люди, возможно. Или людей не завезли. Я что-то слышал. Кто-то плачет. Восповедальня. Так, давайте сначала вот эту штуку прочитаем. Да, библейские лабиринты искусства. Green Maze, зеленая свеча. А куда ее ставить? Вот у меня фиолетовая есть. Ладно. Здрасте. Привет, извините, это снова я, отец Нэнси. В общем, я сделал это, я наконец сделал это, я... Вы должны понять, это было похоже на жизнь с монстром. Так, ты мужа завалила? Нет, он никогда не любил меня, нет. А ну признавайся, он был лжецом, он лгал мне, он лгал вам, он всем лгал. Он был лжецом, он лгал себе, он пытался делать вид, что у него не было того прошлого. Он не был злобный, мерзкий, отвратный кусок мусора. Знаете, он просто хотел жениться на мне, чтобы убежать от своих преступлений. Он знал, что не может остаться. Он знал, что это прошлое его настигнет. Он знал это. Он пытался делать вид, что это все позади. Но ничего не было позади. Оно преследовало его, мучило меня. Отец, вы должны понять. Я все понимаю, дочь моя, прощаю. Он руководил газовой камерой. Так, фашисты, что ли? Он взял столько невинных жизней и уничтожил их. Он просто... От фашистов мне только тут нахрен не хватало. Как... Кто так поступает? Бывали дни, когда я смотрела ему в глаза и видела... Пустоту. Сплошную пустоту. Ничего не смотрела на меня в ответ. Он уже был мертв. Лишь Господу известно, сколько жизней он забрал, но теперь уже нет. Я убедилась, что он больше никому не навредит. Я убедилась, что он страдал. Фашисты, блядь. Я знаю, что Бог простит меня за мои грехи. Наш Отец в раю. Да святится имя Твое. Да придет Царствие Твое. Да будет исполнена воля Твоя на земле, как и в раю. По-моему, в оригинале как на земле, как на небе. Наш Отец в раю, да светится имя Твое. Ну, понятно, понятно. Ну. Женщина. Так. Так, ну понятно, ее заклинило, она повторяет. Ладно. Мы ее послушали, короче, 51-й год, вот что-то, судя по всему, связано... Ну, газовая камера, где еще могла бы быть газовая камера? Такс. Тут у нас фотографии. Что у нас здесь? А что нельзя почитать? Цвет неба, цвет моря, цвет слез Марии. Ну, синий, наверное.
А здесь? Ну, цвет света, цвет солнца, цвет нашего Отца Господа. Желтый. То есть, вот, наверное, сюда мне надо будет ставить свечи. Но пока что сфоткаем. Ладно. Ну, что-то никто не прыгает. Но ни синей, ни желтой свечи у меня нет. Картина как картина. Хотя вот синий цвет виден. А здесь желтый цвет будет. Здесь заперто, да? Так, походу мне нужны разноцветные свечи. Вот единственное, что меня, ребят, сейчас накаляет, то что у меня, блин, 6 из 8 в инвентаре. И если этих свечей будет больше, и куда ее ставить? Ну вот написано, да, свет солнца, свет отца нашего Господа. Оставлять ее куда? Тут нет, нет ни подсвечника никакого. Ладно. Так, женщина, блин, да заткнись уже, пожалуйста, мы поняли. Убила мужа, он был плохим человеком, хорошо. Ну, типа, ладно. Я вас прощаю. Желтый, синий. Угу. Блин, ни хрена не видно. Что у нас тут? Синий. Снова картины, но вроде фотографии больше нигде не валяются. Там вообще ничего не видно. Мне б свечку, господа. Так, тут у нас... Христос. И тупик, да, как я понимаю? Ну, тупик же, походу. Походу, тупик. И что мне здесь нужно было сделать? Фоток здесь никаких не валяется, значит, фотографировать вроде ничего не надо сюда. Может быть. Блин, дайте мне фонарик, ну, пожалуйста. Да хоть свечку, подожди, нет. Вот это мне не надо, молоток, фотоаппарат. Ну, в принципе, да, фотоаппаратом можно осветить. Но здесь опять, вот это походу вот эти вот лабиринты, про которые мне сказали, лабиринт искусства или что-то там такое. Скорее всего, если синяя здесь горит, я должен здесь найти свечу. Ну почему-то мне так кажется. Ну вот. Но вопрос, один ли я в этих лабиринтах или нет. Потому что освещение такое себе, ни хрена не видно, а зажигалку меня забрали. Тут я был или не был? По картинам ориентироваться как-то... Так, тут у нас что? Поворот. Еще один поворот. Никаких активных... Ничего активного нет. Так, что у нас там? Опа. Синяя. Так, вот это... Сюда вот синяя, наверное, свеча нужна. Типа слезы. Сюда желтая, Господь. А сюда хер знает какая, я про нее не прочитал. Ладно. Значит, сюда, пока что рановато я сюда пришел. У меня этих свечек еще нет. Вот реально, мне просто интересно, если бы у меня инвентарь был заполнен, то как, меня бы сюда пустило или нет вообще в эту локацию? Потому что я просто эти свечки никуда бы не смог. Или мне бы пришлось по 10 раз бегать. Так, вот он выход. Хорошо. Сюда мы ходили. Там желтая. Ну пошли в желтое посмотрим. Наш отец в раю, а там это все причитает. Так, может здесь еще что-нибудь глянем? Вот, что-то есть. Такс. Постите наши лабиринты искусства. Опять Blue Maze. А это похоже на карту. На самом-то деле. Если... Так, сейчас я, ребят, это перерисую. На всякий случай прямо, потом налево. Потом снова прямо, направо. И я должен попасть в эту комнату. Правильно я понимаю? Ну, потому что это очень сильно напоминает карту. Я сразу как-то даже и не задумался об этом. Так, здесь больше ничего. Пу-пу-пум, пу-пу-пум. Да, пока игра решила меня, короче, в беготню закинуть, чем... И пока решила больше не пугать. Здесь ничего нету? Ничего. Такс, это у нас красная свеча. Хорошо, значит, синяя мы перерисовали. Красная. Прямо. Потом налево. Потом прямо. Потом снова налево.
Потом опять налево. Потом еще поворот и комната. На всякий случай это реально перерисовывать надо, потому что я понимаю, что я в лабиринтах этих могу блуждать до гребаной бабушки. А гребаная бабушка в лабиринтах, как вы понимаете, может еще и на самом деле оказаться. Такс, ладно. Ладно. Желтая. Желтая, наверное, тоже надо было вообще перерисовывать. Как куда здесь добираться? Но у меня только фиолетовая свеча, про нее вообще пока ни слова. Ага, здесь вообще все просто. Здесь вообще все просто, вот она, эта комната. Здесь какие-то ангелы. Так, я про Марию. Марии нужна синяя. Христу вообще пока не знаю, что нужно. И других свечей у меня нет. Ладно, чую сейчас, короче, надо. Почему-то мне так кажется, надо прыгать в другой год. Потому что я здесь, ну, другого ничего не вижу. В этом году я взял фиолетовую свечу, да? Но фиолетового здесь нет вообще, в принципе. И перерисовал две карты. Послушал женщину. Больше вроде здесь забрать, в принципе, ничего не получится. Так, там же я был? Вот здесь вот. Ну да, вроде был. Значит, возвращаемся в год. Давайте в 87-й, наверное. Так, зеленая, да? Зеленая свеча. Что у нас по зеленой? Ай, да развернись ты, как ты... Какое ты неудобное, зеленое. Прямо, направо, направо и комната. Перерисовали. Такс. Погнали в другой год. Ну, следующий, наверное, 87-й, логично. А здесь у нас что? Желтая. Да, желтая. Так, желтая. Секунду, пишем. Желтая прямо, направо, вперед и комната. Окей. Так, 4 свечи у нас есть, но при этом, блин, у меня есть только фиолетовая. Вряд ли что-то синяя, да? Ну, типа, она явно фиолетовая. Ладно, 87-й. Погнали. Наверное, это пустые фотографии. Так, 87-й, что ты нам подаришь интересного? Пока я просто ни хрена не вижу. Так, дверка. Открывайся. Дайте мне выйти. Ух, ни хрена себе, тут решили. Это невозможно, это место выглядит по-другому секунду назад. Но я перемещаюсь во времени, я уже понял. Ага, и мне дали ящик, который вместе со мной перемещается, как я понимаю. У меня еще, кстати, вот эта вот коробка, которую я хрен могу открыть. Потому что она заржавевшая. Ладно, на хранение пока ничего не будем ложить. Так, это у нас синяя, Blue Maze. Синюю мы уже записывали. Значит, нам пока это не надо. Такс. Здесь кабинка хотя бы была для исповеди. Давайте сначала сходим сюда. Опачки. Собор Святого Юпитера, колокольня, краеугольный камень, исповедальня, желтый лабиринт, синий лабиринт, зеленый лабиринт, красный лабиринт. Может, все-таки не свеча, значит? Ну, свеча у меня фиолетовая, фиолетового лабиринта как бы нет. Ладно, сейчас будем разбираться. Что у нас здесь? Ага. Цвет жизни, цвет мира, цвет наших маленьких ангелочков. Белый. Это, кстати, тоже надо записать, значит, бог желтый. Желтый. Мария синий. Ангелы. Ну, белый, наверное. А тут у нас Иисус. Иисус, цвет смерти, цвет вина, цвет крови. Красный. Иисус красный. Ну, вообще-то Лондон красный. Ну, ладно, пусть будет Иисус красный. Так, значит, у нас есть желтый, синий, белый и красный. И все хорошо, но как бы... Вы хотите сказать, что цвет ангелочков зеленый? Ну, потому что четвертая схема, которая у меня написана, зеленая. Ладно. Зеленые ангелочки бывает. Возможно, я просто не разбираюсь в ангелочках. Такое тоже у нас допустимо. Так, здесь пусто. Мэдисон Хейл. Это ее гроб. А где гроб?
Так, гроба пока я не вижу, зеленая. Гроба я не вижу, зато я вижу фотографии. Ну, а, вон висит. Я вас понял. Чё-то мне это напоминает Ви. Ладно, с богом. Гроб просто покачался. На фото ничего интересного. Скорее всего, с ним надо что-то сделать. Ну вот висит он там, как мне его снять? Как на меня упадет? Не, так я его не сниму, надо что-то придумывать. Или что-то как-то надо с ним сделать. Блин, у меня уже куча фотографий леваковых. Ладно, так, вон что-то валяется. Красная, да? Red Maze. Красная, красная, красная. Есть гроб, который я хрен могу снять. Есть проходы. Туда желтая, туда синяя. Есть карты. Так, Red Maze, Green Maze. А, Maze это лабиринт скорее. Скорее, да. Yellow Maze, Blue Maze. Но больше здесь никуда нет входа. Больше здесь входа нет никуда. Здесь я был. И колокольня. В колокольню, ну, меня не пустят. Ну, я не вижу прохода в колокольню. Здесь я был. По-моему, вот сейчас опять просто игра начала такое что-то жесткое накалять. То же самое. Ну сюда-то мне не надо ходить? Или надо? Или не надо? Ну, типа тот же лабиринт. Или в лабиринте я все-таки должен найти свечу. Здесь все просто. Это желтая, вон прямо проход. Но свечей здесь нет. Если я должен... Я что-то слышал. Надо ставить свечи. Хорошо. Вот если я сюда поставлю фиолетовую. Ну типа вряд ли... Ну блин, она не похожа на синюю. Схватить, повернуть, приблизить назад. Мне ее хоть поджечь чем-то надо. Поджечь мне ее нечем. То есть, если бы я понимал, где остальные свечи, наверное, было бы легче. Но вряд ли они в лабиринте лежат. Ну, почему-то мне так кажется. Снова Господь, ангелы. Ребята, то, что у вас картины повторяются, вас не парит? Вон, везде Господь, везде ангелы. То есть, везде эти четыре картины. Ладно, ладно. Ну, тогда в 22-й надо отправляться. Что еще остается? Здесь я вроде все посмотрел. И, к сожалению, ничего не нашел. Если не врублюсь, то, наверное, придется смотреть в прохождение, чтобы просто не тупить. Блин, ну, конечно, вот в такой темноте могли бы хоть чуть-чуть светлее здесь сделать, или все-таки оставить мне зажигалку, которой нема. Снова тараканы, снова фотографии. 22-й, жди меня. И в 22-м я был изначально. Я вас понял. Что я могу забрать из 22-го? У меня по итогу всего одна свечка. И которая как бы не факт, что синяя. Либо меня глаза обманывают, либо реально не факт, что она синяя. Ага, вот еще одна свечка. По-моему, ее здесь не было. Желтая. Хорошо, желтая свеча. И мне нужны еще две. Мне нужны еще две, которые где брать? Ладно, посчитаем ее синей. Ну, теоретически. Вот здесь вот должны быть проходы, да? Но проходов здесь нет. В 22-м, то есть, короче, вообще этой херни нет. Вот здесь вот должен быть один проход. Здесь второй проход, но их нету. Блин, где взять еще две свечи? Если в лабиринтах, ну это реально какая-то хрень. Во-первых, там темно, как у негров задница. Во-вторых, там можно блуждать хрен знает сколько. Больше свечей я не вижу. Может, я, конечно, что-то не понимаю. Да, вопрос. Вот реально, не хочется смотреть прохождение. Мне всегда интересно самому разбираться. Тут ничего. Что происходит? Но, судя по всему, придется. Ладно. Нашли желтую свечку. Наверное, все-таки, ладно, эту фиолетовую можно считать синей. В 87-м я не забирал... Ага, отсюда я вообще только в 87-й могу переместиться. То есть здесь всего одна картина. Не картина, а вот эта штука. Ладно. Возвращаемся в 87-й, да?
уже надо на ощупь нахрен бегать. Что ничего не видно. В 87-м я свечку не забирал вообще никакую. И где она может быть? Где? Еще раз, давайте сюда сходим, потому что как-то же в 2022-м я ее пропустил. Умудрился. Ага, вот оно чё, Михалыч, вот оно чё. Я вот сюда не сходил. Вон она и свечка. На нее, наверное, даже можно присесть, ну, если бы мой умел приседать. Красная. Хорошо. Значит, у нас не хватает только зеленой свечи. Так, это что-то про зеленую написано. Постучать в колокол я не могу. Постучать в колокол я не могу. И теперь, если я все правильно понимаю, надо будет эти свечки ставить там, где... Там же три картины висят, да? То есть 3 из 4. У меня сейчас тоже свечки 3 из 4. Вот. Скорее всего, в следующем году, но все-таки на всякий случай давайте пробежимся в синюю и в желтую. Вот, вроде разобрался, кстати, хорошо, что на самом деле, что не пришлось. Так, синяя. Значит, прямо, направо, прямо... Нет, прямо налево, прямо направо. И мы попадем туда, куда надо. Прямо. Нет, первый поворот у нас налево. Что-то я этого поворота не вижу ни хрена. Так, прямо налево. Направо. Налево. Ну, вроде сюда я должен был прийти. Нет? О, господи, я даже карту, судя по всему, неправильно перерисовал. Христос. Вот сейчас только скримеров реально не хватает, потому что темнота полнейшая. Ух, я заблудился. Я молодец. Можешь сюда. Картин тут прохода нет. Ну. Тупик, судя по всему. Ладно, пошли сюда. Это выход. Значит, еще раз идем. Синяя прямо, потом налево, потом прямо и потом направо. Значит, правый поворот пропускаем. Блять. Я понимаю, что я могу на 180 градусов нечаянно развернуться, вот, и не заметить. Налево. Потом направо. Сюда. И потом еще раз направо. Вроде так должно быть так. О! Отлично. Так, значит, у нас здесь Христос. Это красная. Красная есть. Бог. Это желтая. И ангелы это зеленая. Ага, у меня зеленой нет. Блин, ну почему ангелы это зеленая? Ну, я хрен знает. Я бы сказал, что белая. Ладно, отсюда выходим. Значит, синяя в 87-м году пока что без вариантов, потому что у меня нет нужной свечки. Идем в желтую. По желтой у нас прямо, налево, прямо. Желтая, походу, самая легкая. Вот здесь, кстати, так зеленым все горит. Может, тут свеча зеленая где-то должна быть вообще? Я понимаю, что эта хрень висит, но я больше ничего не вижу, если честно. В 22-м году я забрал свечку. Здесь я забрал свечку в колокольне. Ладно. Прямо. Налево. Прямо. Ладно. А нет, налево и направо. Хорошо. Значит, снова бог красная. Бог желтая. Иисус красная. Мария синяя. Ну вот эти вот, судя по всему, должны стать. Пробуем, господа. Чё нахрен с этого произойдет? Ну, поставил я правильно, судя по всему, раз автосохранение идет. Так, желтая. Ну, кто на меня выскочит просто? Синяя. Блять, она фиолетовая, ну, ладно. Ну, я все поставил. Она загорелась. А эти что не загорелись? Типа, свечку я поставил правильно, забрать я ее не могу. А эти что-то не загорелись. Ну, давай тебе синюю поставим, хочешь?
Или я после этого выйти должен? Ладно. Пробуем выйти. Она одна загорелась, плюс у меня сработало автосохранение. Значит, сделал я все правильно. Вряд ли ж я должен, ну, блин, в разных временах разные свечи ставить. Ну, как мне кажется, это бессмысленно. Но гроб все еще висит. Падать не хочет. Ладно, может сюда, так, синяя, еще раз идем. Прямо, налево, направо, направо. Так, сюда. Налево, направо, еще раз направо. Вот. Такс. Значит, у нас есть красная, которую можно поставить вот сюда. Сработает? Ни хрена. Ну, почему так? Ну, а зеленой у меня нету. Зеленой у меня нету. Желтую я уже отдал. Ладно. Что-то я ни хрена, если честно, вот с самой логики не понимаю. Ну, то есть, вот логично было бы. Типа, три штуки для свечек. Три поставил, что-то произошло. Потом пошел в следующую. Три поставил, что-то произошло. А здесь как-то... Как-то не ясно. Может, сюда надо было зеленую ставить, а... Вот эти две сейчас мы поставим в 51-й год. Ну, пробуем. Так, 51-й, погнали. Там все это женщина причитает. Выходим. И тут вообще как бы 4 должно быть этих хрени. Вот здесь 2 входа, почему там вот еще 2 входов нет? По карте должны быть. То есть в такие же штуки. Или я их просто пропустил? Есть вход? Ага! Зеленая, красная. Здесь все 4 входа. И что мне это дает? Ни хрена. И причем зеленую свечку, ой, точнее, эту красную свечку. Красную, какую желтую свечку я оставил, да? Ладно. Ладно, давайте. Так, в желтой я поставил желтую свечу, правильно? Может, реально по логике в синий теперь надо ставить синюю. И в красной красную, в зеленой зеленую. Ну, наверное. Пробуем. Никаких ебак нету. Да вроде нету. Вроде нема. Нема тут никаких ебак. Все спокойненько. А потом оно как выскочит, как выпрыгнет. Так. Мария, синяя. Станет? Есть сохранение. Так, цвет слез Марии. А, женщина плачет? Логично, цвет слез Марии. А в прошлое я поставил... Так я вообще Господь поставил. А там, в принципе, гроб висит. Сюда, наверное, уже ничего не надо ставить. Ладно, автосохранение прошло. Но у меня нет до сих пор зеленой свечи. Которую хрен знает, где брать. И нужно куда-то еще поставить красную. Вот тут 4 входа. 4 входа, значит... Блин, я хоть надеюсь, это не в одном времени надо было все ставить. Потому что сейчас я, блин, это расставил, а потом мне что, бегать обратно все собирать? Не круто было бы, не круто. Блядь, да где выход отсюда? Так. Сюда. Потом сюда вроде должно быть. Ну, сюда вот. Блин, как слепой котенок, здесь тыкаюсь. Этот пропускаем, здесь мы должны быть. Вроде как. Только выходом что-то не пахнет. Да, если в одном времени, это, конечно, будет жопа. Надо сейчас опять возвращаться. Так, вышел. В желтую мы поставили в прошлом времени. Синюю мы поставили сюда. Там вот еще есть красная и зеленая. Красная свеча у меня хотя бы есть. А вот зеленой нету. Я не знаю, где ее брать. Здесь же нет прохода в этот, в часовню. По-моему, здесь он перекрыт. Дверь. Она закрыта. Ха-ха-ха-ха.
Но чувствую, зеленая свечка, скорее всего, там, за этой дверью, но вот как в нее попасть? Здесь тоже закрыто. Баба молится. Ладно, пошли искать красную дверь. Потому что, как я понял, в 87-м году красной вот этой комнаты вообще нет. Здесь красная. Нет, здесь зеленая. Вот, значит, там красная. Красная. Так, что у нас по красной? Какой-то предбанник. По красной у нас прямо, потом налево, потом направо. Налево. Потом направо. Прямо, потом налево. Сюда. Потом еще раз налево. Вот сюда вот. Сразу вот в этот проход. И потом направо. Вроде так должно быть. Вроде сюда. А по-моему нет. Да, судя по всему, все-таки надо было... О, нашел. Красная. Итак, сюда. Станет, не станет. Стало. Автосохранение пошло. Цвет крови Иисуса. Окей. У меня осталась зеленая свеча, которой у меня нет. Может, дверь открылась хотя бы. Так, теперь отсюда бы выйти. Ага, вот вышел. Все, зеленая свеча и вот туда. Что-то я не очень просто верю, что она там стоит. Хотя, можно, конечно, глянуть. Зеленая прямо, потом направо, потом еще раз направо. Вдруг она там стоит уже на самом деле. Так, направо. Вот здесь можно направо. Может, чуть дальше. Прямо, направо. Направо. Да, вот она. Это келья, или как это называется. Но зеленой свечи здесь нет. А ее надо поставить, как я понимаю. А стоп. Иисус. Ну тут ангелы должны были быть, чтобы я зеленую свечу поставил. А ангелов нема. Так, судя по всему, я сделал все, что нужно. Ну, как я правильно понимаю. Сейчас должна или открыться дверь, или вот эта женщина из исповедальни должна куда-то вырулиться. Либо гроб, что-то с ним должно произойти. Короче, вроде все сделал правильно. Здесь зеленую свечу никак не поставить, потому что картины ангелов нет. Ну, будем надеяться. Будем надеяться, что я все правильно сообразил. Это все еще молится. Наш отец в раю. Тут как было заперто, так и осталось заперто. Типа, блин, вот игра реально удивляет. Скример. А потом такое, оп. И ходи свечки расставляй. Здесь ничего. Ладно, значит, сначала давайте 87-й. Ну, там явно что-то должно быть с гробом связано. И потом в 2002-й, если там уже ничего не окажется в итоге. Так, 87-й. 87-й, погнали. Фотку можно даже не смотреть, я знаю, что на ней ничего интересного. Гробец. Как там висит? Гробец висит. Все свечи я поставил. Что дальше делать? Не, а нет, смотрите, здесь тоже есть эти комнаты, я их просто тоже не заметил. Зеленая, красная. Не, ну раз прошло автосохранение, я же все правильно сделал? Так, дверь закрыта. Я этой двери, кстати, тут вообще не видел, если честно. Закрыто. Гроб висит, свечей нет. Может, тут что-то появилось. Опа, по-моему, появилось. По-моему, колокол ниже висел. По-моему, он стоял, не? Вроде как. Или да, или нет. Или хер его знает. Иисус. Ничего.
Один колокол. Я только что услышал колокол на кладбище. Ну, посмотрел. А тут что можно посмотреть? А, ну это опять карта. Освещения никакого, колокол осмотрен. Только не говорите, что мне, блин, реально не хватало колокола смотреть, чтобы сейчас что-то начало происходить. Фотографии. Тоже валяются фотографии. Что я должен сфоткать? Иисуса. Не, ну здесь понятно, типа, это подсказка по цвету. Ребят, у вас тут квесты гораздо сложнее те, которые без подсказок по цвету. По цвету я и сам догадался, что надо сделать. Гроб все еще висит. И шо? Так, здесь я желтую свечку ставил, правильно? Где? Шо? Куда? Чего? Может, дверь открылась? Но где-то что-то точно упало. Блин, вот как в такой темноте вот здесь вот можно рассмотреть дверь? Так, так, тут же была дверь, да, вот она, закрыта. Вот просто, как в этой темноте что-то рассматривать, когда мне не дали ни фонарика, ни хрена. Здесь я желтую ставил, вот мне интересно, ее можно, ну, достать из этого? По-моему, она становится, и больше ее не получается вытащить. Звуки есть, звуки какие-то есть, но хрен его знает, что тут, как тут. Желтая. Вот я не могу ее забрать, все, то есть она стала на свое место, и забрать я ее не могу. Тогда что я просто не сделал? Я не понимаю. Ну, в 22-й есть единственный вариант, еще стоит отправиться. Вроде там, где фотографии были раскиданы, все я сделал. Гроб пока что снять не получается, двери закрыты. Крест. Может, крест сфоткать? Крест фоткаться не хочет. Ну, 2002. Что еще остается? Текс. Снова 2002. Давайте выходить отсюда. Что здесь изменилось? Вроде все как было. Вроде все как было абсолютно. Ничего нового, по крайней мере, не появилось. Брошюра. Там входы в эти штуки. Вот реально, я и все правильно сделал. И затупил в итоге. Здесь же никуда нет проходов. Не, может, я, конечно, типа тут что-то не вижу. Вот там дверь должна была быть, но ее нет. Вот здесь тоже дверь должна была быть, но здесь все закрыто. Итого, у меня есть 51-й. У меня есть 87-й, где все закрыто. И как бы все. Но, типа, все проходит через 87-й. То есть вот он как центральный ход идет. Давайте в 51-й вернемся. Женщина все еще причитает. Так. Дверь закрыта. Эту тоже закрыта. Вот там еще дверь как бы есть. Как бы есть. Но что-то я подозреваю, что она тоже будет закрыта. Почему-то мне так кажется. Вот здесь вот где-то должна быть дверь. Ну... Вот она, дверь. И да, она тоже закрыта. И все, и вот я хер знает, что делать. Просто хер знает, что делать. Пу-пу-пу, пу-пу-пу. Здесь все еще закрыто. Фотографии не... А, во! Опачки! Опачки, опачки! He is here. Он здесь. Он здесь. Кто здесь? Кто здесь? Я понял. Записка. Читать, повернуть. Но этой записки... Записки я не видел. Но кто здесь, я не понимаю. А, свечка! Свечка, пацаны! Блин, вот реально... Реально мне повезло. Так, никого нет? Никого нет. Реально мне повезло.
Еще одна свеча. Явно ставим ее где зеленая. Но... Ай, сука! А, блядь! Твою нахуй! Я уже отвык от скримеров, меня аж всего передернуло. Сука! Так, ладно, ставить ее надо в зеленую, оно понятно. Оно понятно, причем я не понял, кто это был. Он здесь, это тот, кого ты убила? Твою мать. Ставить надо в зеленую, но здесь, по-моему, ангела нет. Да, сюда я заходил. То есть, скорее всего, ее надо ставить в зеленую в 87-м. Погнали. Ух, блин, 40 минут или 50. Сколько я записываюсь, ни одного скримера. Все, я уже такой расслабился, все дела, и тут на тебе нахуй. Ох, да, эта игра меня реально до седины доведет. Я хотя и так уже седой. Но, судя по всему, я посидел заранее, так сказать. Все, зеленую ставим сюда. Зеленую ставить сюда сейчас будем. Здесь главное, чтобы картина ангела была в зеленом проходе. Потому что в 51-м картины ангела нет. Но явно вот эта вот хрень как-то сработает. Нихера себе гроб у этой женщины. Типа, она такая дьяволистка вся херня, а, ну такая добротная хрень. Это кто ее? Родственники, друзья сатанисты. Кто ее так уважает? Фух, блять, выдохнуть. Просто надо выдохнуть. Это было реально неожиданно. После 40 минут тишины. Это было слишком. Так. Направо, насколько я помню. Еще раз направо. Да, вот оно. И мне нужны ангелы. Ангелы есть. Ну что, с богом, пацаны. С богом, господа, а также дамы. Цвет наших маленьких ангелочков. А почему он зеленый? Ну типа, почему цвет ангелов зеленый? Опять колокол бьет. Ну что, выходим. Тут из каждой этой может кто-нибудь выпрыгнуть. О, как я быстро нашел выход. Просто идеальный путешественник по лабиринтам. Скрипыть. Дверь все еще закрыта. Это все еще висит. Ну вряд ли что-то произойдет. Вряд ли. Колокол. Колокол у нас в колокольне. Что логично. А раз есть звук, значит, его кто-то дрючит. А раз его кто-то дрючит, значит, меня там кто-то ждет. Заходим. Или что? Или что, или куда? Так, что валяется, вот. А ключ от чего? Конфессионарь. Ага, это, походу, ключ от двери, которая была заперта. Так, звук был, мне дали ключ. Интересно, этот ключ, кстати, во всех временах будет действовать? То есть в 87-м и здесь, или только здесь? Интересно, с 51 по 87 в церкви меняли замки? Очень интересно. Гроб продолжает висеть. Ну, я тогда это самое пошел. 87-й год, все дела. Биткоин куплю в 2000... Пятом. Все будет у меня хорошо. Так, где тут эта дверь? Вот она. Закрыта. А от чего тогда ключ? Звуки, блядь. От чего тогда ключ? Или это ключ от другого года? Что нелогично. Вот здесь карта была. Так. Конфессионария. Ага. Это ключ от исповедальни. А исповедальня у нас в другом году. Исповедальня у нас в 51-м. И там еще ебака, которая на меня прыгала. Ладно, идем в 51-м. Идем в 51-й. Вот она, исповедальня. Там ебака была. Ключ использовать. Пока все правильно, пока я явно делаю все правильно. И тут никого. А сзади тоже никого. Ладно, что это такое? Ганс Горинг. Взаимодействовать, повернуть, приблизить. Взаимодействовать. И что это? Буква И. Ганс Горинг. Так, звуки мне не нравятся. Ай, сука!
Твари, ой, твари, ой, твари. Твари, ну все, ты меня уже так не напугаешь. Я понял, что ты Ганс Горинг. Ты еще и фашист. Иди нахер, фашист. Иди нахер, фашист, ты меня не напугаешь. Итого у меня есть буква И. Ну бесоёб, дальше, шо ты мне сделаешь, шо ты мне сделаешь? А ну давай, ПВП или зассал, а? А ну давай, ПВП, сука! Он меня убил? Вы серьезно? В этой игре можно умереть? Не хотите, что он меня убил? Ну это же некрасиво. Некрасиво, не-не, я не умер. Короче, я нашел букву И. Чую, я догадываюсь, куда сейчас мне ее нужно вставить. И, скорее всего, мне нужно вставить ее в 87-й год в табличку, там, где гроб висит. Вот этой вот ёбнутой бабы, которая, ну вы поняли. Но Ганс Горинг меня убил. Блин, он противогаз такой прикольненький. Отсылочка на сталкер, вся хуйня. 87-й, погнали. Да, мне прям сюда. Я уверен, абсолютно уверен, что эту букву туда надо вставлять. Потому что там не просто так эта табличка лежит, вон она. Сюда? Мэдисон Хейл. Да, использовать. Мэдисон Хейл, 44-й, 87-й. Ага. И шо? Нет, вставилось правильно? Вот только что изменилось. Нет, табличку фоткать оно не хочет. Ну гроб. Сломали гроб. Да, все-таки правильно я букву запихнул. Святая Библия. Тут реально постоянно по сторонам надо оглядываться. Есть Черепушкин. Это ее череп. Ну, забираем. А кости можно забрать? Ага, у меня есть череп, и вот появилась дверь. И что мне, ее надо похоронить, чтобы она типа успокоилась, потому что ее не разрешили отпеть? Вот в этом весь прикол. Так, эти фотки я уже видел, тут мои деды, не деды. Зажигалку мне хоть не дадите, не? Судя по всему, я с кладбища вернулся домой. И шо там? Есть кто? Ну, вроде нет. Вроде нет, но атмосфера накаляется. Сейчас, блядь, как Ганс этот выскочит. Вроде нет. Сзади тоже нет. Ладно. У меня есть череп этой сумасшедшей. Окей. Мне его, наверное, надо похоронить, чтобы дух успокоился или типа того. Я не хочу разворачиваться назад, вот честно. Нету никого. Кирпичи. Ну, это, судя по всему, я за прошлые серии наложил. И шо? Дверь. Так, ну кирпичи. Взаимодействовать с ними никак. Хер знает. А если открыть, закрыть? Все равно кирпичи. Ну, значит, у меня только путь назад. Других вариантов нет. Выдыхая. Так, там что-то темнеет. Мне не нравится. Кого нет? Никого нет. Там прям темнеет. И здесь она замурована. Да я понял уже, что дверь замурована. Ну окей, тут кирпичи, там кирпичи. Что мне нужно делать? Фотографий здесь нигде никаких не валяется, да? Коридор я уже пробовал фоткать. Она что, там автоматически дверь это закрывается или как? Что мне здесь нужно сделать? Я не понимаю. Кирпичи. Ну. Тут кирпичи, там кирпичи. Можно фоткать кирпичи, можно фоткать коридор. Вот только толку. Что-то я не понимаю. Может, с каким-то портретом мне надо взаимодействовать? Или какой-то портрет здесь должен быть? Но при этом, смотрите, когда я там открываю дверь, здесь закрывается дверь. О, опа. Дверь пропала. Чую, сзади сейчас кто-то будет. Кто? Никого. Двери нет. Ага, просто это просто надо было несколько раз сделать. Ладно, идем в ту дверь. Никого нет.
Я бы сейчас сделал прикольно, если бы вот эти типа портреты следили за тобой, если бы у них. Ну, это понятно, это деньги надо, на это все, анимация, чтобы глаза. Блять! Опять Ганс! Ганс, иди нахуй! Бабка, иди нахуй! Ганс, иди нахуй! Ух! Что он в этом доме делает? Как он, блин, к этому всему привязан? То есть вы мне потом расскажете, что этих демонов фашисты вызвали или кто? Дверь. Там темно. Ганса не видно. Но Ганс до меня доебался. Закрыто. Ну в темноту идти, а что еще остается? Опять за... Так, такое я уже видел. И в прошлый раз закрыто. Здесь были стенка и стенка. Меня решили по этому коридору 300 раз прогонять. Все, короче, ребят, честно, у меня уже руки трусятся. Я, давайте, до следующего автосохранения дохожу и серию на этом заканчиваю. Я не знаю, через сколько оно будет. Вот как в правом углу появится этот... Блять, ну, типа, кирпичи. Да, кирпичи, я такое уже видел. Опять кирпичи. Ганс напал, что я сделал неправильно? Снова несколько раз надо бегать туда-сюда? Ну, такое себе, честно, затягивание игрового процесса. Кирпичи. Причем тут эти портреты все? Кирпичи. Она замурована, да, ты мне уже такое говорил. Сейчас я туда добегу. Нет, дверь есть. Вроде есть еще. И та вроде есть. Вот что мне нужно здесь сделать? Никаких, ничего активного нет. Фоткать я уже все пробовал фоткать. Снова кирпичи. Только в этот раз даже без диалога. Дверь есть. Если эту закрыть, можно ее закрыть? А то открыть. Ну вот как-то так хотя бы, я не знаю. Может это хоть что-то поменяет. Или на меня снова нападет Ганс. Опять дверь пропала. То есть это идет повторение, да? Это идет повторение, ну и... И на меня снова нападет этот Ганс, я такой уже проходил. Так, давайте, короче, если что, будем его это самое фоткать. Интересно, я просто успею сфотографировать, не сфотографировать, или к чему он меня откинет. Там двери нету. Или просто несколько раз мне нужно было так сделать. Ну тут вот не понимаешь, ты просто затупил или. Ай, или так и задумано. Ай, блядь! Так, я тебя сфоткал! Иди нахуй! Я тебя сфоткал! И он меня типа убивает. Ну я хер знает, если честно. Я же тебя сфоткал, ну а другими ничем на него воздействовать не могу. И я типа опять одупляюсь в этой залупе. Закрыто. То есть бегу к той двери. Сейчас опять зажигаются эти лампы, да? А что я ему могу еще сделать, кроме как сфотографировать? У меня вот есть череп. Осмотреть. Приблизить, отдалить. Ну, тут ничего на нем нет. Что мне нужно сделать с этим Гансом? Я не понимаю, если честно. Или я его сфоткал и не попал. Где у меня фотографии, кстати? Где-то тут должны быть. Взаимодействовать. Ганса не видно. Ни на одной. Двери. Ух, у меня фотографии, короче, куча просто всяких налетела. Квестовая. Ну, у меня вариантов, короче, кроме как, ну, то, что я его могу сфотографировать, у меня других вариантов нет. Вот просто нет. Я не знаю, что здесь нужно сделать. Бать, у меня реально фотографии. До херища. Ну, это уже квестовые пошли. Ладно, пробуем еще раз. Закрыто, да. Кирпичи. Блин, он опять повторяет тот же диалог. То есть здесь в любом случае мне с ним нужно что-то делать. Кроме как фотографировать, я ни хрена не могу. Или я убегать от него должен. Или как? Может, я убегать от него должен? Ну, типа, там тупик должен быть. Кирпичи, она замурована. Ну, попробуем сейчас убежать. Сфоткать я его попробовал, не вышло. Попробуем сейчас убежать. Если убежать не получится, то реально... Серию я заканчиваю, загляну в прохождение, потому что так я долбаться могу. Ой-ой-ой-ой, сколько.
Да, снова эта хрень. Хорошо. Вот здесь сейчас дверь должна пропасть. Ну, блин, я с такой скоростью, конечно, мне вот только от немцев убегать. Все, дверь пропала. Окей, что? Так, значит, как только он появляется, на 180 градусов и, блядь, крутим педали, пока не дали. Ну? Где ты там, сука? Ну? Беги, беги, беги! Беги, сука! Беги, сука, беги! Так, ну вроде правильно. Вроде правильно. А куда дальше? Господи, чердак, чердак, чердак. Сбежали. Есть, есть. И понеслось автосохранение. Да, все-таки съебаться от него надо было. Отлично получилось. Так, тут с этим будем дальше разбираться. Ладно. Ребят, прошло автосохранение. Думал я про серию 1,5 часа. Ну, честно, у меня уже, блин, реально руки трусятся. Это во-первых. Во-вторых, я ночью записываюсь. На меня скоро соседи, блин, полицию начнут вызывать. Надеюсь, серия вам понравилась. Спасибо вам огромное за поддержку. Это очень важно. Пиши, конечно же, комментарии, ставь лайки. Ну и пятую серию завтра. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Я возвращаюсь в нормальный ритм, так что пятую серию ждите завтра. На этом, ребят, прощаюсь. Как всегда, морж, как всегда. Пока-пока.